Всем привет! Сегодня так начинаем наш влог. Нам пришла посылка с игрушками. Спросите, какой праздник? Никакого. За хорошее поведение. Много всего. Делали распаковку для канала Эмили. Но самое главное, то, что Эми хотела, это вот такая горка. Почему раньше горку не покупали? Потому что меня спрашивали об этом. Потому что все они были каких-то страшных. Ну как, не страшных. Они, конечно, красивые цвета, но они совсем не подходят к нашему интерьеру. А это замечательно. Она очень красиво выглядит и в реальности. И вот я смотрю на видео, на фото. Чудесная новая модель. Я имею в виду, потому что раньше не было таких расцветок. Сейчас есть розовая и бирюзовая. Но вот буквально сейчас я заходила и уже розовая не нашла. То есть розовые раскупили. И вот остались, может, на eBay есть. И сегодня тоже пришли подарочки. Ну, вернее, это тоже для девчонок и для меня. Вот это вот наша любимая серия. У нас Лепикар в использовании бальзам. Вот и сейчас прислали как раз замечательно. Здесь целых 400 мл, надолго хватит. И здесь что-то интересное. Ух ты ж, какая прелесть. Что это? Что это? Рюкзачок, в нем, наверное, полотенце. Это интересная конструкция, раскрывается вот в такое огромное полотенце, оказывается. Смотрите, прелесть. Вот этому радуюсь, не на радуюсь прямо. Наши бледики, которые я давно искала и хотела, именно из мериноса, именно вот такую модель. Давайте открывать вместе. Камелька разговаривает. Все это можно найти теперь у нас и в Молдове. Инстаграм пледик МД. Я оставлю ссылки под видео. Все красиво так упаковано. Я обожаю вот эти вот крафт-упаковочки. Люблю красивую посуду. Это папа купил дочке. Но я не буду пока что открывать. Откроем вместе с ней, потому что она так красиво упаковано. Там чашечка, тарелочки. А ну-ка, открывай подарочки. Что там, смотри. Открывай бумажку. Только осторожно, не урони. Что там? Осторожно. Ух ты! А кто здесь нарисован? Смотри. Кто это? Зайчик. Вау! Какая красивая, глубокая тарелочка. Супер! Осталось еще что-то. А ну давай смотреть, что там осталось. Какая красота. Красивее. Ух ты же, еще одна маленькая тарелочка, да? Для маленьких девочек. Это вот, по-моему, так, если я не ошибаюсь. Вот. Ну а теперь подходим к теме этого видео. Соответственно, уборка в доме. Все разбросано сейчас. И постараюсь убраться вот за час-два где-то, пока мои гуляют. Я буду заниматься уборкой, покажу все средства, которыми я пользуюсь. Надеюсь, такое видео будет интересно, потому что я знаю, что меня смотрит очень много мамочек. У меня самое большое число подписчиков. Это от 25 до 32, по-моему, лет. Начну я с комнаты Эмилии, потому что, если что, она придет, будет спать. Вот. А здесь уже, чтобы было чистенько. Пыль я протираю салфетками от Faberlic специальными. Когда они заканчиваются, то протираю вот этими, а когда заканчиваются вот эти, беру вот такую тряпочку. И у меня было еще специальное средство, которое я на нее распыляла, но оно закончилось. К сожалению, только что увидела. Ну все, вот комната Эмилии практически готова. Я вам не показала вот этот вот пледик чудесный. Я в Инстаграм говорила, то, что Эми у меня очень не любит укрываться одеялами вообще. Вот это единственное, чем она стала сейчас укрываться. Ну пока что, по крайней мере, не знаю, как будет дальше. Все, здесь осталось только пропылесосить. Вот это прям бесполезная штука. Не советую, не берите вообще. Прям вот сейчас мусорное ведро, оно у меня летит.
Это порошок, чтобы вы понимали, который я использую для раковины, для отбеливания подоконников, например, либо для мытья ванной, в общем, для всего. Но его очень хорошо надо смывать, но у него потрясающий отбеливающий эффект. Даже швы между плиткой оно отлично делает белыми. Значит, я делаю следующим образом. Вот мне не нравится, когда вот это желтое. Кстати, кто делает ремонт и кто хочет вот такую штуку себе в ванну, то не делайте швы белыми. Это просто постоянно надо за ними ухаживать, чтобы они были вот такими вот, хотя бы, да, ну вот, вот такими белыми. Далее я добавляю воду, вспениваю вот так вот и оставляю минут на 15. Ну вот, в принципе, я закончила. Все идеально белое здесь. Вот я подержала, правда, только 5 минут. Если бы больше, оно бы было прям вот вообще белое-белое. Но я, чтобы девчонки просто не проснулись, потом я не успею это протереть. А так вообще эффект от вот этого вот средства, ну, супер. Лучше не встречала для этих целей. Ну вот, собственно, на этом все. У нас вот так сейчас хранятся все гели для душа, потому что я начала пользоваться всеми, и гель для душа за неделю может уйти. Поэтому, когда она купается, я их просто беру в этой корзинке и убираю. У нее здесь только осталась вот эта штучка с помпой, да, она любит нажимать, пену делает, и вот эта вот фабрика мороженого. Здесь внизу у нас вот так, то есть две коробочки, и коробочка у нас с игрушками всеми. Она вот такая вот, видите, чтобы, если что, вода стекала. Посуду я сейчас мою двумя средствами. Одно вот такое Fairy Ultra, оно мне не нравится, но оно у меня было, такая огромная банка, поэтому да, использую для нашей посуды. Но больше всего я люблю вот такое с малиной, либо вот этот для детских принадлежностей. Его чаще сейчас покупаю. Вот, кстати, нашла, что у меня в запасиках есть вот такое концентрированное средство для мытья посуды, про него я говорила. Сану я использую для плиты, оно, конечно, ядерное, и для духовки я его тоже. Все, навела я порядок. И здесь вы меня просите сделать рум-тур, но эта комната еще, да, это наша спальня, она далека до той картинки, которую я хочу видеть в итоге. Здесь должно быть кресло, здесь должен быть мой столик. Вот, но пока что здесь кроватка, вот, собственно, и комод. Здесь у нас есть вот такая небольшая тумбочка. Хочу из Икеи тоже заказать такого повыше. Уже присмотрела себе, уже поставила в корзину, но все никак руки не дойдут заказать. Что я вам хотела показать, это вот такое наше новое постельное белье. Меня кто-то спрашивал, откуда взять простыни на резинке. Сейчас нам, когда мы крестили девочку, нам подарили вот такое белье, да, от Next. Так что вот имейте в виду, это с Великобритании. И я прям зашла на сайт, как-то почему-то не додумалась до того, что там можно заказать и постельное белье. Но там оно очень классное, мне очень понравилось качество. Так что да, имейте в виду, вот я сама зашла, и мне так понравился там выбор. Единственное то, что здесь идет два в комплекте, то есть вернее три, да, две наволочки на подушке и вот это для одеяла. Так как у нас и зимой, и летом жара, мы не используем вообще в принципе одеяло, и нам хватает только вот этой вот пододеяльника, да, вот. И простынь там подбираешь на свой вкус уже, там любые цвета, они все на резинке абсолютно разных размеров. Пылесос, вот вы меня спрашиваете, какой у меня, и хочу вам показать его. По-моему, я вам говорила, что я его не советую, потому что он, ну, у него плюс то, что он очень легенький. Вот здесь сломалось сразу же, мы так и не отнесли его в ремонт. Вообще хочу заменить его на другой, но пока что вот пользуюсь. То есть единственный его плюс то, что он легкий. Во всем остальном у меня был до этого Samsung, один из самых хороших моделей. Мы сегодня все кисти с Эмми перестирали. И маффинов мы наготовили. Вот эти вкуснейшие маффины. Я обязательно сделаю рецепт в своем инстаграм. Да, напишу там его, потому что ну нереально вкусные, нежные, просто обалденные, с манкой и с малиной. Заходите в инстаграм и найдете там рецепт. Я думаю, на тот момент, когда загружу видео, он уже будет. Что меня вдохновляет не только на уборку, но и вообще вот для меня мега вдохновляющий писатель — это Мари Кондо. У меня есть и первая книга, просто Ками сейчас там спит, где вторая книга, я ее не стала, чтобы не разбудить, да. Вдохновляют они не только на уборку, на все. Здесь настолько вот хорошо, кстати, да, вот гардероб я складывала по вот этому всему. Но настолько все красиво, хорошо и по-доброму написано. Очень советую вам почитать, вот просто для вдохновения. Ну вот, навела я порядок, называется. Вот так и живем, скажи. Да, ну главное, что ребенок доволен. Скажи всем пока-пока! Пока!